Вадим, привет. Здравствуй, Пашенька. Хотел у тебя спросить, ты Любины записи уже закончил обрабатывать? Да, конечно, так что можешь послушать. Отлично, тогда я заеду заберу. Она обязательно станет знаменитой. Нет, знаменитостью она стать не хочет. Ты ничего не понимаешь. Это я тебе говорю. Пашенька. Это редкий самородок. Да? Да. Да что ты говоришь? Русская тема, пойми. Да она не хочет, чтобы... Слушай, не решай за нее, ладно? Хорошо. Пусть решается. Значит так, ты ей позвони и скажи, что я хочу с ней работать. Ладно. Понял? Да. Все. Вот так. Пока. Пока. Сынок, как нога? Не болит? Нога не болит, мам. Давай на пасашок, бать. Миша. Давай. Ну, ладно, мать, ну. Ой, и уложила кое-как. Учи тебя, переучи. Все одно лицевой стороной кладешь, а надо изнаночной. Так выверните как нужно. О, а это? Ну че, че? Где стрелки на рукавах-то? Где? Мама, ну че ты пристал к ней? Какие стрелки-то? Какие стрелки на рукавах? Это ж не брюки. Давай, давай, давай. Поучи меня, поучи. Вон у тебя жена. Шибко ученая. Веревки из тебя бьет. Погоди, еще ноги вытирать будет. Поесть я тебе положила. Чекушку тоже кладу, если выпить захочешь. Какая заботливая. Спасибо, Люб. Ты бы о муже получше в спальне-то позаботилась. Я ведь все слышу. Мать, ты чё? Ты чё, мам? Ты чё говоришь такое? Гриша. Любань, а рубашку мою хлопковую ты положила? Не забыла ведь? Решай. Что, правда глаза колет? Любаня? А если ты на мужние на права не претендуешь, так сам ее в Москву отпусти. Пусть она тебе еще подарочков привезет. Да что же угомонишься-то, мам? Откуда тебе столько злости? Ой. Лучше в церковь сходила. Срочно под ногами! Гриш! Сынок, ты это... Нормально, батя. Ты чего? Паук укусил? Ну что тебе не так, Миша? Что я такого сделала? Жизнью заела поедом. Вот ты где у нас у всех! Гриш, ты чего? Иди сюда. Ну-ка, быстро говори. Есть ли кто-нибудь или нет? Ты чего? Не было тут никого. Глаза смотри, изменяет меня или нет? Да пусти, больно. Да или нет? Нет! Бешеный. Че, правда, что ли? Правда. Платье вот это вот, подарки все, да, дорогущие. Я же сам чек видел, я в руках его держал. Гриш, ну что ты прям как маленький? Это ж Москва. Тебе здесь на любом рынке и чек подделают, и лейбл. От настоящего не отличишь. Рынок? Угу. Ой, мать. Ой, мать. Mm.
мне домой? Гриша, у меня мой опять уехал в рейс. Может, останешься? Чайку попьем. Как в прошлый раз? Оно тебе надо? А тебе что, плохо было, глупый? У меня жена дома. Верная. Ты бы пил поменьше, а то с утра перегаром так и сшибает. Баба Нюра, завтра кончится, перегара не будет. Ой, ну. Беленькую не на что будет купить. Так вот туда тащи. Гляньте. Ох ты. Здрасте. Здрасте. А не подскажете, где у вас здесь находится почта, а то я что-то заблудился. Ой, вперед. Туда, да? Вперед. Ага. Я понял, спасибо вам большое. Пожалуйста. А Любка-то наша тихоня. А? Не успел муж за порог. Так Григорий вернулся. Кому ж знать-то? Как не тебе. Ну, я пошла. Мишка! Мишка, пошли посмотрим. Да продается эта сыма. Деньги зарабатываются. А про Любку я узнал все. Не изменяла она. Подарки все купила на рынке. А, ну хорошо, коли так. Хорошо. Ваши Любки! Хахаль приехал. Ой, Гриша, и ты тут. Какой такой хахаль? Хахаль. Московский. На почту к ней пошел. Я пошла. Ну что, дождался? Не она к нему, так он сам к ней приехал. И что, не пойдешь учить жену уму-разуму? Пусть и на глазах всей деревни нас позорит. А мне не к спеху. Сама придет. Люба, я диск с записью привез. Паш, я тебе пока долг не могу вернуть. Нам зарплату задержали. Люб, если честно, я приехал к тебе. Вот Гриша из Москвы вернется и... Ты слышишь? Я приехал к тебе. И я отдам. Я обязательно отдам, Паш. Обязательно. Люб, я же вижу, что тебе здесь... Не место. Я тебя очень прошу. Поехали со мной. Ой, с собой зовет. О. Так нельзя мне. Нельзя мне, дети у меня. Детей мы возьмем с собой. Это естественно. С детьми зовет. Семья у меня. Как же я все разрушу? Отказала. Вадим, композитор, аранжировку сделал. Сказал, что у тебя талант. Тебе петь нужно. Паша, уезжай, пожалуйста. Уезжай, слышишь? Плохо мне. Люб, неужели так все и закончится? А ведь ничего не начиналось, Паша. Мы ведь с тобой жалеть об этом будем. Всю свою жизнь. Понимаешь?
Тогда вот. Держи. Это твое. Что ты? Сынок, ты того не завалишь. Как? Что ты такое говоришь? Боже! Ну, так еще, видно, не хватило. Теперь сам любовничек сюда пожаловал. Ты чего, рехнулся? Ты чего его накручиваешь? Он же убьет этого москвича, а сам в тюрьму сядет. Хватит! Надоели мне все. Сынок, а деньги? О, деньги? На! Эй! Иди. Пап, ты чего? Все нормально? Все нормально. Что, Любань? Нагулялась? Ну, сюда иди. Или на меня уже ласки не осталось? Или я уже не муж? А? Любань, по мужикам пошла? Нет! А? Ты... Гриша, не что надо! Что ты мужика-то не лезешь? Не надо, ну, да! Давай, пойдем! Надо. Гриша, пойдем. Не надо! Гриша! Гриша, Гриша, пусти! Уходок. Папа! Нет! Нет! Папа, не бей! Папа, не бей! Мама! 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 Милая моя! Тошенька! Тоша! Родненькие мои! Давай, 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 катись! Ух ты, бесстыжая! Помолчи ты, мама! А что ты мне рот затыкаешь? Собираешься, значит? Ну, правда, что ли, Любань? Ну, с катертью в дорогу. А я разговариваю-то с кем, между прочим? Меня слышат или нет? А где? Милости просим. Дети, вашей маме городской жизни захотелось. Только учти, Любань, обратной дороги нет. Не прощу. И обратно не приму. Вот на что ваша мать меняет с восьми у меня. На цацки, на тряпки и на развеселую жизнь. Вот тебе тряпки, вот тебе цацки. Вот тебе развеселая жизнь. Тоша? А? Да, мам. Катя, пойдемте. Пойдем. Любань? Пойдем, Тошенька. Стойте, куда? Так и пошла, что ли? Тошка! Катерина! Как же это? Ну чё? Добилась своего. Потеряла внуков, потеряла. Теперь заживешь, да, мать? Ну, а скажи, куда они ушли? Ой. Мать, молчи. Thank you.
Мам, а куда мы идем? Да я вот думаю, может, тетя Галя нас приютит на первое время. А потом придумаем что-нибудь, сынок. Мам, до тети Гали далеко идти? Да нет, недалеко. 15 км. Люба, это твои дети? Да. А куда вы? Из дома ушли. Выходит, что так. Садитесь. Куда? В машину. Нет, мы не поедем, мы пешком дойдем. Подожди, сначала скажу я. Мы сейчас поедем ко мне домой, и вы будете там жить столько, сколько вам нужно. Обещаю, я за это ничего не потребую. Потом ты найдешь работу и будешь петь у Вадима. И снимешь себе квартиру. Согласись, если уж начинать новую жизнь, то лучше в Москве. Мам, а это кто? Знакомый. Хороший? Хороший. Добилась своего. Развела? Развела. Теперь хлебай. Со мной вместе. Сынок. А, бать. Что тебе сделать, а? Побить тебя и... Или рот зашить, а? Гришенька, я к тебе. Не видел никто? Убиваешься? Пью. Не пожалеет тебя никто. Не нужен ты ей. А мне нужен Гриш. Учился. Санька, уйди, а? Не до баловства. Подожди. Это что, у нас с тобой баловство? Гришенька, родненький, баловство? Сволочь ты, Гриш. Я же за тебя замуж собралась. Oh.
О, Господи, что ж он так запил? Отродясь, такого не было. Было, когда Лариска его пробросила. А я что-то не припомню, чтобы он так пил. Ну, ты ж тогда часто в район ездила. Ты что, всю жизнь будешь об этом вспоминать? Ладно, ты принеси ему подушку и накрой чем-нибудь. Да-да-да-да, давай, учи меня, учи, а то я сама не знаю. Проснулась. Проспала. Доброе утро. Доброе утро. Не страшно, я специально дал тебе немножко поспать. Завтрак-то сейчас. Да ничего не надо, Любочка. Все хорошо. Нет, 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 как ты на работу не ем сейчас? Сейчас, Паша, я тебя накормлю. Так. Да ну прям вот. Как-то неудобно. Ничего. Молочка будешь? Не откажусь, спасибо. Сейчас. Так. Спасибо. Пей. Так удивительно. Мне так приятно с тобой завтракать. Правда? Угу. А все отказывался. Говорил, не любишь есть по утрам. Да ел когда-то, завтракал, когда мама была жива. Но это было давным-давно. Так приятно, когда о тебе заботятся. Да разве ж это забота? Вот хотела ладушку в тебе испечь, да проспала. Ничего страшного. Это ты о нас заботишься. Я уже со счета сбила, сколько мы тебе всего должны. Ой, ну ничего. Спасибо. Скоро отдохнешь от нас. Как это? Паш. Ой, я работу нашла. Я такой даже не мечтала. Петь я буду в ресторане. Угу. Так что мы с детьми сможем снять жилье и... Ты хочешь сказать, что ты хочешь уйти? Ну, не можем же мы вечно у тебя жить, ну. И так уже 2 недели пользуемся твоим гостеприимством. Люб, я тебя очень прошу, пожалуйста, не уходи. Мне с тобой, точнее, с вами, с тобой и с детьми... Никогда так хорошо не было. Правда. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, останься. Паш, давай мы не будем сейчас об этом, ладно? Может, ты не понял, я работу нашла. Я петь буду. В ресторане. Ну так это первое время в ресторане. А потом Вадим, композитор, обещал альбом написать, а там глядишь и... Честно говоря, я рад, что у тебя пойдет карьера, что ты будешь петь. Правда. Что-то я задержался. Пора на работу. Ладно, спасибо большое. Я пошел. Привет. О, Пашка, привет. Слушай, мы тут вечерком собрались коньяк пить. Ты как, с нами? Какой еще коньяк? Который я ему проиграл. 7-летний Курвуазье. Ну, помнишь, я сказал еще, что ты эту селяночку оприходуешь? Ну, вуаля.
Наши поздравления. Хватит ржать. А чего? Она не только объятия раскрыла, но и от мужа ушла. Ты у нас просто герой, Паша. Супергерой, что ты? Значит так. Ее зовут Люба, если кто забыл. И моя личная жизнь – это моя личная жизнь, ясно? Угу. Прям ясно, что ж и свет. Ясно объясню, слушай. Слушай, у меня тут одна идейка возникла. Спорим, что эта наяда из озера к вечеру будет у меня в постели? Ты гонишь, у тебя ничего не получится. Старичок, ну давай на бутылку этого твоего 7-летнего курвуазье. Давай. Ай-яй-яй. Короче так, смотри, я сейчас убегаю, так? Ты прикрой меня от этого Ромео. Поверь мне, через 2 часа я вернусь с победой. Угу. Галине весь бизнес срываешь. Уж который рейс отменили. Ой, Господи, ну что за горе такое на нашу голову? А я тоскую. Я вижу. Уж который день глаза заливаешь. Ой, Боже мой, ничего не ешь, ничего. Да, А от меня Люка ушла. Жизнь закончила. Тебе спасибо. Жизнь у тебя закончилась. Но ты мужик или кто? Работать тебе надо. Работать. Зачем, мать, работать-то? Господи. Жены нет. Детей нет. Жизнь коту под откос-то. А? Лагла. Сдохнуть бы. И вам вместе со мной. Чтоб свет белый не застили. Ну, извини, сынок, что живы пока. Вот что, Раиса, ну-ка иди отсюда. Чего? Да иди, я сказал. Ох, Господи. Ну что ты шумишь? Давай, ну что ты шумишь, давай. Я не знаю. Ой. Знаешь что? А пойдем-ка в баню, сынок. Че, в баню-то, мать, сразу? Че в баню-то? В баню, я сказал. Ух ты! Ого! Да, круто! Класс! Нравится? Ага. Да. Мне тоже. На работе выдали. У них певица прежняя в декрет ушла. А платье вот... мне досталось. Мама, тебе идет. Я теперь в нем петь буду. Только работать надо будет по вечерам. Так что ужинать будете без меня, с дядей Пашей. Пойдемте в магазин, я вас отправлю. Угу. Катюша, вот денежка. Десяток яиц и пачку муки. Хорошо. Только не задерживайтесь, недолго. Хорошо? Сейчас, сейчас. Яйца и муку. Хорошо. Mm-hmm.
Здравствуйте. 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 Побежали. Здравствуйте. Здравствуйте, милое создание. А вы меня не узнаете? Нет. Ну как же? Так вы, наверное, друг Паши, да? Угу. Здравствуйте. Только Паши дома нет. Ничего, я подожду его. А, это, кстати, вам. Держите. Спасибо. Так, это сюда вот. А что, праздник какой? Пока не знаю. Только Паша-то не скоро придет? Ну ничего, я подожду. А давайте, милая Люба, мы с вами выпьем вина. А? Так я не пью. А я выпью. С вашего позволения. Где у Паши? У нас штопор был. Вот он. А вы, Люба, просто побудьте со мной. Павел Андреевич, пожалуйста. Спасибо большое. А что это такое? Я не просил. А Леньков сказал, что... Леньков? Ну да. Леньков, что это за идиотские выходки? Ты же ничего крепче на работе не пьешь. Ну? А где Гитарин? Ну так он же уехал. Куда? Я не знаю. Черт, опять хотел сорвать контракт. Леньков, а ну-ка зайди сюда. Спасибо. Да. Павел Андреевич? Где Гитарин? И все же выпьем. Нет, я не хочу. Разрешите. Слушай, что ты, не дотрогай себя, да корчишь-то, а? Что же вы делаете, так? Зачем ты из села сюда приехал-то, да, а? Перестаньте, ну! Соглашайся, я сам тебя на эстраду сейчас отправлю. Чего ты, соглашайся? Да что же ты? Пашка! Ух ты, скотина! А вот! А вот! Хорошо, Тесен? А? Вот так! Плохо, бать! Вот так! Это еще не вся дурь из тебя вышла! Ты че, бать? А? Повернуть захотел? Ты чего? Я помогу тебе, сынок. А вот. Вот хороший, собью же совсем. А вот так. Вот это. А так. А так. Вот ты че? Ноль твою. За гульбу. За измены. За тайку. За детей своих. Вот. Вот. Получай. Я тебе помру, сынок. Батя, ты че? Я тебе сейчас. Турнел, что ли, батя? Я тебе похоронил. Ты че? Сын или пес безродный? Че, совсем с меня, что ли, уже? Конь черт отчелился? А то. Что рано ты себя хоронишь? Ты чё, батя? Батя? А, батя? Ничего. Любишь её? Люблю. Ну так беги за ней, если любишь. Верни. Как я, батя, верну-то? Я ж ударил её. Но мать-то вернулась. Бать, ты что, мать был, что ли? Да было однажды. Погорячился. За что? Заревновал, потому что. С одним фотографом районным. Показалось что-то. А может, не показалось. Да какая разница, сынок? Я когда она из дома-то уехала... К матери. Я понял, что... Ну, не могу я без нее. Люблю, потому что... Вот. Так. Ну? Люб. Любочка, прости, пожалуйста. Как же можно...
Я не понимаю, ну как же так можно, а? Этого гада завтра же убью. Успокойся. Все хорошо. Все нормально. Паш. Успокойся, все хорошо. Сейчас. Любонька, сейчас. Все хорошо. Люб. Люба! Семилетний курвуазье в подсобке из пластика. Прячемся, как школьники. До конца рабочего дня не могли подождать. Ну, не могу я до конца рабочего дня ждать. Ты что, не видишь? Тошно мне. Тошно? Чего тебе тошно? Чего? Чего? Ну, посмотри на меня. У меня уже пол головы седых волос. А я реально как школьник. Понимаешь? Вот чего я в жизни добился. Вот кто я. Менеджер. Мальчик на подхвате. А он, между прочим, вот он. В директорском кресле сидит. Командует оттуда. Ты что, опять про Пашу? Нет, про Машу. Он же избил меня сначала, а потом уволил. Ну скажи, ну вот почему так в жизни всегда, а? Ну почему у него всегда и бабы самые классные были? И с бабками тип-топ, и дела в гору постоянно идут. А мы ведь вместе учились. С одного старта начинали, можно сказать. Ой, друзьями были, что ли, какими-то. Старик, ну ты не прав. Мы сейчас друзья. Да какие мы друзья? Успокойся. Смешно. Друзья. А. Не мое это дело, конечно. Но ты бы сейчас пошел, извинился и помирился. Но я бы пошел и помирился бы, и извинился. Так он же даже не здоровается со мной после того. А ты говоришь, друзья, там, где баба затесалась, дружба врозь. Давай. А! Ой, семилетний, говоришь? Паленка какая-то. Слушай. А может, ты к нему сходишь, а? Ну, попросишь за меня, слово замолвишь. А сам не можешь? Ну, я же не могу. Ну, как я сам? Ну, ты же знаешь, Пашка, он же бешеный. Он же мне очки вообще нафиг разобьет, к чертовой матери. А ты? С тебя что возьмешь? Ну, сходи, а. Ладно. Схожу. Давай. Не пуха. Тук-тук-тук. Можно? Нужно. Между прочим, я уже второй час занимаюсь твоей презентацией. Я понимаю, что мы с тобой студенческие друзья, но в данный момент ты мой подчиненный. Почему я должен заниматься работой своих подчиненных? Не в этом дело. Паша, ты не прав. В смысле? Ну, почему ты злишься на Гитарина? Ну... Ну он дурак, ну дурак, ну нашло на него что-то, ну с кем не бывает. Ну бабы, ну что бабы, сегодня одна, завтра другая, а настоящий друг, он же на всю жизнь, он же на дороге не валяется, понимаешь? Ты что, пьяный? Я? Нет. Значит, я работаю за себя и за тебя, а ты бухаешь, да? Вот это по-нашенски, вот это вот 5 баллов. Или может тебя выгнать за шею, а? Паша? Чёртовой матери. Паша, мы друзья. Друзья, вот это здорово. Во-первых, увижу на работе еще раз пьяным. Будешь уволен. Во-вторых, кто вам дал право спорить на мою личную жизнь? Это моя личная жизнь. И в-третьих, занимайся своей презентацией сам, друг мой. Паша! Паша! Не, ну... А я поехал. Давай. Thank you.
Чего как говорится? Ну что? Что? Наслаждаешься новой жизнью? Не волнуйся, я тебе рожу расцарапывать не буду. А вы можете прямо сказать? Вам что-то нужно? Что мне нужно? Да. А ты догадайся. Мне нужен мой мужчина. Тот, которого ты у меня увела. Паша, что ли? Но он же не бычок на веревочке, чтобы его уводить. Он сам решает, с кем ему быть. Слушай, а ты что, действительно так плохо разбираешься в мужчинах? Или прикидываешься? Ты думаешь, что все эти шмотки от того, что я дура, да? А здесь мужчины на другое не клюют, понимаешь? Нет. Я когда сюда приехала, мне было 18 лет. Я 5 лет моталась по общагам, пока первого своего не подцепила. А тот меня бросил. Слушай, пожалей Пашу, а? Но он же тебе не нужен. Он на тебя как на новизну клюнул, но это пройдет потом. И ты ему не нужна. Ему нужна я. Та, которая знает, как его в свет вывести. Где ему говорить, а где ему молчать. Извините меня, ради бога, мне работать надо. Запомни, Пашу я просто так тебе не отдам. И не мечтай. До свидания. Сколько времени? Примерно 9:30. Странно. Мама говорила, что дядя Паша где-то к 7 придет. Обидно. Угу. Мы-то пирожки приготовили, а никто не идет. Угу. А я, знаешь, по папке скучаю. И по бабушке с дедушкой. И я. Ну что, сынок? Может, оно и хорошо, что так все вышло? Я с самого начала знала, что ничего у вас с Любкой не получится. Одна ведь беда. Беда. Беда, говоришь, мам? Да беда-то в том, что я характером в тебя пошел. А надо было в отца. Хотя в одном я точно как батя. Я жену свою любить буду до конца жизни. Прекрасно. И я хочу познакомить тебя с одним человеком. Мы сейчас к нему поедем. Он хочет стать спонсором твоего диска. Он влюблен. Он просто влюблен в твой голос. Он просто влюблен. Прости, Люб, привет. Задержался на работе. Очень важное дело. Привет, Вадим. Да. Здравствуй, Паша. Ну как, дети? Накормили тебя?
А я домой и не заезжал. Я с работы прямо к тебе. Как? А дети тебя дома ждут. Ужин тебе приготовили. Любочка, ну какие проблемы? Мы можем ужин из ресторана заказать. Ну при чем здесь ресторан? Дети тебя ждут. Они сейчас ждут. Поехали скорее. Паш, подожди, а спонсор? Вадим, давай в следующий раз. Нет, ну подожди, Паш, ну так дело не делается, ну! Дядя Паша просто на работе задержался. Да, извините, так бывает. Работа. Ну, посмотрим, где тут у нас самые красивые пирожки в мире. Уже остыли. Ой! Ну, вот какая красота. Какие пирожки! Ну, ничего страшного, а мы сейчас их в микроволновке быстренько. Не надо в микроволновке, они сейчас вкус потеряют. Ну, тогда попробуем их холодными. Ой! Какие красивые! Какие молодцы! Таких вкусных пирожков я никогда в жизни не ел. Правда? А по-моему, самые обыкновенные. Не соглашусь с тобой. И в знак признательности готов для тебя, тоже и для тебя, Катя, исполнить любое завтра желание. Правда? То, что ты хочешь? Конструктор. Конструктор? Большой, небось? Да. Прекрасный выбор. А ты что, Катюша, хочешь? Новые туфли. На каблуках. Хорошо. Заметано. Во-первых, Кате еще рано носить туфли на каблуках. А во-вторых, у нас теперь есть свои деньги. Мне вчера заплатили. Не знаю, ничего не хочу слышать. Я же должен как-то компенсировать свою вину перед самыми замечательными поварами в мире. Просили чай. Сейчас. Пожалуйста. Извините. А вот так вот тихо. Но. Мужик. Может, будешь с нами? Не пью я. Болеет, наверное. Возможно. Так, вызывай. Паша! Иди завтракать. Да, доброе утро. Доброе. Садись покушать. Ух ты, какой стол. Лади, спасибо. Так. Благодарствую. Спасибо, хватит, хватит. Сметаночку положу. Люб, я хотел с тобой поговорить. Ты поешь, а потом поговорим. Давай, а то остынут. Люб, выходи за меня замуж. Паш, ты с ума сошел? Да, сошел. Ну а что? Мне уже давным-давно пора жениться. Ты забыл, наверное. Я замужем. Я мужняя жена. Я помню. Только ты мне ответь. Много ты счастья видела с этим своим мужем? Мы венчаны. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе.
А что вы такие смурные? Спасибо. Кушайте. Сметанки положи. Алло. Товарищ полковник. Здравия желаю. Старшина Комаров на проводе. Так точно. Есть, вы сегодня вечером. Спасибо. Да? Так, платье, Катя, я сама куплю, а больше нам ничего не нужно. Ничего не знаю. Я обещал детям подарки. Пойдемте, прошу. Пойдем, пойдем. Могу помочь? А мне бы это... Мне для девочки нужно. Платье. Модное, хорошее. Размер? Ну, вот такая она. Худенькая. Модная. Одну секундочку. А. Ой, мама, можно вот это? Красивая. Спасибо, Катя, очень дорогой. И со всеми недорого. Самое главное, что Кате это нравится, да? Да. Ну и отлично, пойдем. Ну, красиво какое. Тошка, не отставай. Сейчас еще мы для вашей мамы купим обновку, и вы все будете счастливы, да? Спасибо. И не в покупку уже счастье. Я думаю, это подойдет. Только оно не дешевое. Ага. Нам дешевых и не надо. Заверните. Хорошо. Ну что, вкусно, понравилось? Очень вкусно. Да, спасибо. Да. Да не за что. Правда, дома мы больше жарили. Так давай еще. Добавочку. Да мы целую сковороду чистили и жарили. Ну, не вопрос. Сейчас, одну минуту. А будьте добры нам, пожалуйста, еще картошки фри. Пожалуйста. Сейчас все будет. Мам, а мы домой что, не поедем? А когда? Не знаю. А знаете что? Да ну эту картошку. Пока дождешься. Пойдемте лучше в боулинг поиграем, а? Ты же хотел. Пойдем. Давайте. И... Пришлось повозиться. Ну, у девочек золотые руки, так что все удалось. Спасибо, девчат. Что вы? Зачем? Обычная работа. Как зачем? Необычно на вас эта работа. Даже не представляете, как выручили. Спасибо. Берем шарик вот так вот. Ну и приблизительно вот так вот бросаем. Все очень просто. Опа. О. Ну, почти получилось. Когда все кегли сбиваются, называется страйк. У нас вообще с друзьями образовалась традиция по субботам ходить сюда в боулинг играть. Теперь моя очередь. Да, давай. Нет, моя. Попробуй сюда. Ну, я пойду, наверное. Куда?
А я работаю сегодня, ты забыл. Уже время. Мам, а ты куда? Пойду, доченька, на работу. А можно я с тобой? Давай. Ну, конечно, а много работать, много отдыхать. А я остаюсь. Оставайся. Ну и отлично. Пока наши женщины работают, да, мы будем развлекаться. Ага. Хорошо, пойдем. Пошли. Да-да. Дядя Паш, ну... Давай. Давай. Да-да. Я тебе перезвоню. Ты что, с ума сошел? У меня муж дома. Переживет. Ларк, как его найти? Кого? Ну, хахаля Любкина. Я ж тебе говорила, нет у них ничего. Я все знаю, Лар. Ну, от меня ты что хочешь? Координаты какие-нибудь? Может, телефон, адрес? Подожди, он же мне звонил недавно. Есть. Записывай. Слушай, Гриш, зачем тебе это надо, а? Хочу поглядеть. Глаза ему. Ты бы лучше в мои посмотрел. Хорошая ты баба, Ларк. Спасибо. Пожалуйста. Ну, вот так. Ну, ничего. Честной компании! Физкульт, привет! Паш, ну сколько можно дуться уже, Паш? А? Ну успокойся, давай зароем этот топор войны. Тем более я в честь перемирия приготовил для тебя сюрприз. Привет, Регина! Ой, я не могу. Краса и королева Москвы. Да что там Москвы, Паш? Всей вселенной. Здравствуй, Паш. Привет. Ну, я вас оставлю. А это кто? Это Антон. Здравствуй, Антон. Здрасте. А вы красивая. Я знаю. Здравствуй, комбат. Здравствуй, гвардеец Григорий Комаров. Давай, проходи. Проходи, Гриш. Я даже очень рад, что ты у меня в гостях. Садись туда. Ты уж извини. Хозяйка не обзавелся. Не успел. Чем богаты, тем и рады. Сколько мы не виделись? Ну, с октября 2001-го. Десятилетие отметили. Вот с тех пор. Как будто вчера. Помню, как ты меня раненого до Грозного тащил. Так я ж до дороги только тащил. Потом машину угнал. Да ладно. Угнал. Веришь, я перед тем, как сознание потерять, думал уже все. А тут глаза открываю. Ха. Сестричка перед глазами маячит. Спрашиваю, как попало. Она говорит, Комаров доставил. Как тебя не убили? Слушай, ты, наверное, в рубашке родился. Молодец. Как ты под пулями-то? Боится тебя пуля? Похоже, только она меня и боится.
Давай поменем наших товарищей. Гурама, Антона, Сергея Бороду. Давай, комбат. Дядя Вов, дядя Вов, а где дядя Паша? Где? Да ты в туалете посмотри. Спасибо. Регина, тебе чего? Ничего. Я соскучилась. Ты с ума сошла? Не то слово. Ну? Дядя Пар! Тоша? Тоша! Ты специально это сделала? Да. Это для того, чтобы ты знал, что я все еще тебе интересна. Созвонимся. Тошка, ну как же ты меня напугала, а? Тошка. Понимаешь, старик, ты еще маленький, всего, конечно, не поймешь. Ты только запомни одно. Мы, мужики, в общем, так бывает. Но мы так устроены. Против природы не попрешь. Понимаешь? Вот такая теперь война у меня, комбат. Да. Телефон знаем. Завтра хахали это вычислим. А вот скажи мне, за что? За что мне такое? За что? Больно. Выпей. Больно, комбат. А ты выпей. Не могу я больше. Выпей, 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 раз больно. Оно полегчает. Ларка. Алло. Ну да, да. А чё поздно-то так? Ну хорошо, давай встретимся. Ну да, у подъезда. Пока. Чё-то Ларка звонила. Встретиться хочет. Хорошо. Утром заедем к ней, а потом поедем хахаря вычислять. Давай, выпей, выпей, выпей. Утро вечера мудренее.
сидеть. Отлично. Паш. Что, присаживайся. Ну, зачем ты? Все хорошо. Давай выпьем с тобой. Хорошее вино. Хочешь? Давай. Угу. Ну что, спокойной ночи? Спокойной ночи. Привет. Привет. Чего звала-то? Про Любку, что ли, что узнала? Узнала, что Любка твоя тебя совсем не ценит. Ну и? Что ну и? Ну еще что, про Любку-то? Про Любку все. Ну все-таки все. Ну, Гришенька, подожди. Не уходи, пожалуйста. Ну чего ждать-то? Чего ждать, Лар? Гриш. Женись на мне. Лар, ты чего? Гришенька, я тебя любить всегда буду крепко-крепко. Я тебе работу хорошую найду. Я вообще все-все для тебя сделаю. Хочешь? Хочешь? А? Мне другой мужик нужен, такой настоящий. Чтоб как за каменной стеной, чтоб вот как сказал, так отрезал. Гришенька. Лар, почему-то я смотрю на тебя и вижу, что ты говоришь, а сама себе не веришь. Ты же не веришь себе, Лар. А я Любке верю. И Любка жена мне. Была, есть и будет мне жена. Так она же тебя бросила. Только за дело. Поменяла на какого-то московского. Да! Но ведь за дело, вот и выгребаю сейчас по полной. И вот увидишь. Я верну Любу. Увидишь, верну. А тебе. Тебе удачи. Счастья тебе. Гриш. Как-то пусто, а?
Ну так что? Ты же этого хотела. Никто теперь не раздражает. Живи, радуйся. Как ты думаешь, они приедут, а? Не знаю. Может, подняться надо было? Да не дергайся ты. А если уехали уже? Да не уехали. Ты чего, разведке не доверяешь? Да разведка те же люди. Тоже ошибаться может. Вот он. Иди быстрее. Но долго вас ждать? Люба! Люба! Папочка! Папа! Папа! Папочка! Папочка! Папка. Папа. Любань, прости меня, дурака. Пойдем. Пойдем домой. Папка. Поздно, грешник. Раньше надо было. Пойдем, Веснок. Машинку. Ух ты. Я тебе обновки здесь, Катюш. Спасибо. Платье твое починил. Красивое твое. Ух ты. Пап, спасибо. Спасибо, пап. Спасибо. Сынок, будь молодцом. Катюш, ну, ты знаешь, ты умница у меня. Счастья вам. Черт, куда же я билет-то положил, а? Посмотри здесь. А, ну да. Компат. Спасибо тебе за все, комбат. Да брось ты. Особенно за приз, спасибо. Как устроишься, напиши. И не пропадай больше. Я ж тебе денег теперь должен. Не пропаду. Я тебе жизнь должен. Дальше все нормально. Давай. Мам, ты такая красивая. А что, это плохо?
Нет, но одной красоты мало. А почему ты так говоришь? Мам, мне кажется, ты несчастливая. Все у тебя есть. И подарки. И любит он тебя. Я же вижу, что он тебя любит. Но другая бы на твоем месте клещами бы в него вцепилась. А ты? А что я? Ты все время какая-то грустная. Доченька, ну, показалось, может быть, тебе, я на работе устаю. Нет, мам, мне не показалось. Ты даже поешь как-то не так, по-другому. Почему? Не знаю, малыш. Сама не понимаю. Ну, в чем дело? Дети давно уже спят. Да не в этом дело, Паш. А в чем? Люб, я же не каменный. Ну, сколько можно меня мучить, а? Паш, я тебя очень прошу. Люб, ну в чем дело, а? Прости. Ну я же все для вас делаю. У меня есть деньги. Если про детей дети будут устроены. Ты только скажи мне, Люб, вот что ты хочешь? Я ничего не хочу. Можно я уйду? Нет. Я тебя прошу, не уходи. Ты пойми меня. Я не могу видеть тебя каждый день и не быть с тобой. Понимаешь? Понимаю, Паша. Понимаю. Люб, ну ей-богу, ну где тебя носит? Я тебя везде ищу. Ты сегодня должна спеть, как никогда. Слушай, я тебе такого спонсора нашел. Слушай, такой мужчина, супер. Ты понимаешь? Вадим, отпусти. Не хочу. Люб, подожди, ты чего? Ты что, ты упала? Ты не понял, я не хочу. С души воротит. Пойду я. Люба. Я тебя умоляю, он уже здесь. Он же меня грохнет, мы же обо всем с ним договорились. Ну, пожалуйста. Ну, давай вот спой ради меня. Ради тебя не буду. А для себя спою. Стой. Звездочка моя в небе ясная, не ругай меня понапрасному. Потеряла нить сердца милого, как клубок любовь распустила я. Звездочка моя в небе ясная, все подружки вроде бы счастливы, только я одна непрекаянна. Любовь дорастаяла. Унеси за облака, звездочка моя, меня
Совершенно очарован тобой, как певицей и как женщиной. Вот. И сейчас мы поедем к нему, выпьем венца. Он согласился спонсировать твой диск. Вот, познакомьтесь. Это... Всего вам доброго. До свидания. Люба. Люб. Женщина. Бывает. Люб, ты только одно скажи. Почему? Так лучше будет. Для всех. Люб. Паш. Тогда я не понимаю. Я тебе благодарна очень. Очень, правда. Но я одно поняла. То, что между нами происходит, это всего лишь часть моей с мужем жизни. Люб. Паш. И ты тоже встретишь свою судьбу, просто я. Не твоя судьба. Тошка тебе все рассказал. Но он все неправильно понял. У нас с Региной ничего не было и не могло быть. Люб. Я очень тебя люблю. Правда. Только тебя одну. А мне Тошка ничего не рассказывал. Ой,
Бабушка, бабуля! Сегодня позже. Бабуля! А деда-то где? На кухне. Пойдем, пойдем. Я первый, я! Деда! Дедушка! Деда, вы так соскучились, но в Москве такие... Пустите в дом. Нет. Теперь своим домом живи. Вот этим. Его тебе Гриша купил. Одолжил денег у Кольцова и купил. Ну, а меня-то в свой дом позовешь? Доченька. А Гриша-то где? На заработки поехал, на прииски. Вот, письмо тебе просил передать. Любаня, если ты читаешь это письмо сейчас, значит, ты вернулась. Ты дома. Вернулась ты по своему желанию или жизнь так заставила? Это не важно. Главное, что ты дома с детьми. Я хочу, чтобы все у тебя было хорошо и чтобы дети росли счастливы. А я всегда помогу. Ну, а если напишешь мне, буду рад. Желаю счастья. Твой муж Григорий. Куда? Мне еще ходку сделать надо. Подожди, сядь. Покури. Ну, на тебе же лица нет. Ну, в конце концов, всех денег не заработаешь. Сядь. Это точно. Ну? А мне как раз все и надо заработать. У меня семья, сам знаешь. Да. Кстати, тебя тут искали? Кто меня искал? Мне некому искать. Папа, папочка! Дети. Бабуля! Бабуля, привет! Детки мои любимые! Папа! Откуда вы? Вот и наш. Папа! Нас мама привела. Мама? Вот она. Ты моя любовь, пусть вернется к нам наше счастье вновь, жаркий поцелуй, взгляд любимых глаз, встреча наших рук, словно в первый раз, встреча наших снов в сказочной стране. На щеке слеза, болью скована.